Звук такой. Летит уже. Пошлите, куда? Где нам? Да тут, тут ты будь. Тут ты. Он сейчас над нами пролетит. Снимаем. Пока не видно из-за перила. Вера, он вот здесь появится сейчас. А как ты, ты снимаешь? Да у меня руки вот скоро. Ну как это? Договорились и пролетел над нами. А он в командировку полетел. Всем доброе утро, мы на очередной рыбалке, приехали вместе с Ирой, Сашей, еще брат мой ловит там. Всем привет. В общем, для начала сделаем кашу для прикормки. Возьмем хлеб, вот так, намочим его и сюда. Каша будет у нас простая сегодня. Для начала, я думаю, сделаю хлеб с макухой. И все. Хлеб вот так размяли. Теперь берем макуху. Тоже в воду. И сюда. И еще одну. Вот так. Теперь сделаем вот такие шары. Сегодня будем ловить на поплавочную удочку. Ну и посмотрю, может потом позже закину еще резинку. И сейчас такие шарики на поплавок кинем.
Также у нас сегодня в арсенале горох, старая кукуруза. В общем, мы это будем ловить и этим будем кормить рыбу. Сегодня у нас есть кукуруза и горох с лимонной кислотой, горох с медом, горох с коноплей, просто горох кукуруза, горох и кукуруза с чесноком. В общем, покупная кукуруза. Вот такой арсенал. Также есть вареная кукуруза такая. Будем пробовать, пытаться ловить на все, что, на что будет ловиться. В общем. Такая у нас кукуруза есть. Сладкая кукуруза в вакуумной упаковке. Еще на такую будем пробовать. Ваниль. Запахом ванили. Вот смотри, возле поплавка. Ну и куда же без такой покупной кукурузы баночной. Тоже буду подкидывать на поплавок. Ну и также на крючок ее. Саша! Что там? Ой, пружина, пружина. Где наш Саша? Куда-то забежал. Опоздал. Пружина у тебя опустилась, а папа уже что-то тянет. Не знаю. Да нет, прозевали. А где ты? Броди. Вот и первая рыбка, плотво. Типа Саша понял. На, Саша, смотри. Следи, ты куда уходил-то? На маме. Пружина произошла. Саша, первая поклевочка хорошая. Не первая. А? Не сильно большая. Может. Так не надо подсаживать? Да не, надо. Ты далеко, да, закидывал? Ну да, на пружину. Я пружину вообще не закидывал. Он так дергает, никак скоро. Может, плотва? Какую-то щуку тащу. Щуку? Ну просто это. Саша у нас год не рыбачил. Ну да. Саша, моя лепка уже тут. Что себе не поднимается? Ух ты! Какая там рыбка интересная. Сейчас рассмотрим. Ух ты, Саша, поздравляю! Молодец! Ну, клади. Классно было кинуть? Угу. На самый верхний крючок, а не на самый... Ты на белячка ставил? Да. Ну да, ты любишь у нас на белячка ловить. На опарыш. Умничка. Пока интенсивного клева у нас нету, решил я забросить резинку. Не клюет на поплавки вообще. Ну вот у Саши опять на пружину клюет. Вторая, третья. Большая, Саша, или ты не поймешь? Я не пойму, он на меня идет. Вот, вот. Ну тут рыба сильная. Саша, смотри, воду не упади. Где? Где рыба? Где? Ничего не видно.
такой же. Он сильный. Ну, этот побольше. Зеркальный. Молодец. Наконец-то хоть зеркальный попался. Артик. Молодец, Сашунька. Что бы мы без тебя вот это делали? Нам опарышь с кукурузой. Опять на красный крючок, кстати. У нас главное, с папой не клюет. Ну я пружину и не закидывал, только поплавал. Оно на дальняк, видишь, клюет. На дальняк. Ой, какой красивый карп. Я как прихожу, так у Саши сразу клюет. Ты почаще приходить, Саша? А, у тебя. Он запутал. Ой, боже, сошел. Зато тут запутал. Хорошо, ага. Клёва так и нету, ни на поплавочные удочки, ни на резинку. Ну, резинку я близко закинул. Сейчас хочу подкормить. У меня резинка, в принципе, закинута, как дальняя поплавочная удочка. Поменял крючки на резинке, поставил на большее. И теперь поделал стики. Вот. Два стика с кукурузой и два с пелицем. Один пелец кукурузный, а другой шоколадный. Поцеплюсь стики, надеюсь, оно дойдет до точки лова. Ловлю поставил я всю на кукурузу. Все-таки я надеюсь на резинку поймать карпа. Ну и корабль этот наш запускаем в плавание. Надеюсь, что стики дойдут и не раскиснут по дороге. Вот это уже получилось, оно давит. Ух ты! Да они все тут давят. Ну, прошлое не так. Ну, то ж Марию. Саша. Видишь, у нас со всех троих закинута одна пружина, и одна пружина только ловит. Прикинь? Я плотвичек на поплавок. Ну, молодец. А уже 4 или 5 штук поймал. Я на карпа сижу. Ну, у тебя еще резинка заработает, я надеюсь. Она близко закинута. Ай, моя рыбка выскочила. Так это вот моя рыбка. Ах ты. Тю, это она Саша. Я думала, у меня с ведерка выскочила. Нет. Ага, такая. Как руками работает. Ничего, нету. Все, выходит потихоньку, не торопись. Тут еще? Вот. А, он там за этот, за спину. Да нет, тут плавником попало. Ну, а то вон так и тянется плохо. Потому вот что так. Плавником за спину. Вот, Сашунька, ты молодец. Рыбак. Тоже на красный крючок опять. А этот на горох клюнул, кстати. На горох? Ага. Левый. Есть? Угу. Плотва, да? Да, плотвичка.
Сережа. Ух ты, уже близко. Тут там карась. Карась. Ух ты. Какой. Прикольно. Видела, как клевал? Ага. Саждай подсак. Долго-долго. А? Давай я подам, Саша. Кушай. Нашел большой? Да зачем его поднимать? Иди сюда. Ну, наконец-то и я уже обрызгался. Не, а плотвичку я тоже поймал. А, да? Ну, хороший карасик такой. Ой-ой-ой. Ну, как же ж я без карася? Понятно. Вот он, карась. На что? А, на... Короче, на перец, шоколад и с кукурузкой. А твоя резинка? Молчит. Молчит. А я там же большие кукурузины насыпал. На большую рыбу, да? Ну, да. Будем ждать. Маленькая. Да не, уже не надо. Поплавок в руку льет. Угу. Опа. Карась. Карась на ложку. Вот такой. На кукурузу взял, да? Толстый. Такой. Не попалась. Мам! За что-то зацепился. Камыша? Давай его сюда. Пока Саша кушал, я на его пружину поймал коропа. Да ничего. Да. Большой карп не хочет клевать. В общем, перезарядил я резинку на пуфики с кукурузой, с такой консервированной. Клёва нет, то мы вычисляем, почему же оно не клюет. Бросаем диппер и уже убедились, что дела не будет. Рыба куда-то ушла на дальний кордон. Ну, вот сейчас покажем. А теперь иди там у Саши снимай и расскажи. Два и три, 2,2 глубина, 25 градусов вода. Рыбы почему-то нету. И рыбы нету, да? Mm-mm. Вот потому и не клюет. В этом углу вообще рыбы нету. Я ж думаю, что ж такое? Пару рыбешек только было там, где Саша на пружине стоит, и все. Каких-то пару карпиков было, и три карпика у Саши и клюнули. Ну, в общем, нету рыбы, да? Mm-hmm. Все, мы с Сашей сейчас идем искать рыбу, да, Саша?
его кто-то напружинил. На макушатник взял. Видишь, ни на что не клюет. Угу. А макушатник сработал. Опа, отлично. Там вот тут в комментариях мне писали. Типа ерунда этот макушатник с пружинкой. Ерунда. И вот клёва нету. И на макушатник-то клюнуло. Угу. Вот она, пружинка. Вот он макушатник, вот макуха. Тихо, тихо, тихо. Поводки сказали, что длинные. Все работает и все клюет. О, какой. Ну вот макушатник сработал и хорошо. А то говорили, что ловить не будет. Все оно ловит. Раз. Вот так. И на один крючок я ставил кукурузу, а один просто так был. А на второй крючок поставлю вареную кукурузу. Дома Ира варила такую маленькую. Вот так. Вот так раз. И вот такой вот макушатник. И так и закидываем. Привет. Паша нас покинул, потому что не клюет и потому что сильно жарко. Так, пошел на кладочку. Что? Я думаю, вот карася бы я туда под вилу закинул. Не. На карась. Рыбка. Вот такой коробчук маленький клюнул. Пока Сережа ходил к брату, приплыли утки и съели. Горох, кукурузу вареную. Все, что было открыто, все съели. Кукурузу все поели, горох поели. Еще надо? Те наелись. Три. А это самое голодное. С руки не хочет брать. На. Как вас зовут там? Кыс-кыс-кыс. Ути-ути-ути. А, ути-ути-ути. Наверное. Цып-цып-цып-цып, это курочка. Подсаку не подай. Отдельно. Кидай, кидай.
это я возьму. Так. И опять на макушатник, видишь, взял. Классно. Хороший. Зацепился. Отцепился. Что б я без тебя делал? Да вот тоже. Вот он, макушатник, работает оно все, и пружинка работает. А взял то, что с кукурузкой был. Оп. Угу. Ну и... Маленькая. Можно без подсадки. Ну тогда давай без подсадки. Карпик маленький. Главное, что на горошек, на горох взял. Ой ты боже, какой малюсенький. Ну покажи его. Малюсенький. Вот какой. Ну так я не убью, не убью. Хорошо, отпускай, потому что... На ложку взял. Вторую уже на ложку. Первого мы не засняли, который на ложку клюнул. А этого уже заснею. Опа. Вот такой. Хороший карпик такой, килограммовый. Саша тянет рыбу. Подсака у нас. Как он справится? Справился, умничка. Следом. Ой, эта рыба, наверное, смылась у него. Маленький крючочек там. Кира. Я не могу. Так клюнуло, ой, боже, клюв начался. А, на пружину. Да, да. Поймал табуретку твою.
удочка моя. Давай, давай, он тут уже, видишь? Так ты его поднимай, не я же его буду поднимать. Ну да, я забыла. А, ты забыла? Ой, господи. Ну, наконец-то. Опять у тебя маленький. Ну, что тебе маленький? Это выпускать таких надо. Смотри, что сделал. У Саши сошел? Угу. Можешь. Ай, сошел. Ну, а что сидя? Ну, у тебя мелкие какие-то карпики клюют, Ир. Это мелкие. Ну, да. Да ты что, это у меня все плотва-плотва, а это вообще карп, Луна, ничего себе. Ну, да. Как приятно, да? Все, свалил. Так, Саша у нас там тащит. У него подсаки нету. Молодец. Рыбалку на сегодня мы будем свою заканчивать. Сегодня я хотел половить на удочке, на резинку, но у меня ничего не получилось. Рыбалка получилась трудовая. А почему не получилось? Так как сразу приехали, забросил я и резинку, и удочки на одну дистанцию. Ну, рыба ни на что не клевала, какую бы я насадку ни ставил, не получалось. Клевала только на дальняк у Саши на пружину, и все. Ну а в результате взяли мы с Сашей эхолот Дипер, пошли пробили везде, и оказалось, что рыбы возле берега вообще не было. Вся рыба была на дальняке и на глубине, так как сегодня было очень жарко, и она ушла на глубину. Ну, ловит тот, кто ищет рыбу. Саша в результате взял свою удочку, пружину и ушел на ту сторону ловить. В принципе, я думаю, что Саша сегодня больше всех и наловил рыбы. Ну а рекордсменом по плотве у нас сегодня была Ира. Ну, в принципе, рыбалкой довольны, хотя она была все-таки у нас трудовой, так как постоянно пытались мы поймать все равно и возле берега, и ставили разные насадки, пробовали, но ничего не получалось, комары какие-то прилетели. Ну, в общем, все равно мы рыбы наловили, ну и сейчас улов. Ну, наконец-то и Саша, уставший, но довольный, наловил кучу рыбы, молодец, карпы. Так, тебе тут надо ревизию сделать. Так, мама, сделай ревизию. Тут что-то, я смотрю, мелкое есть. А, то караси. Ируся, делай ревизию. Высыпай их сюда. Ну, это Сашин улов. Саша все-таки молодец. Кто ищет, тот находит. Рыбу нашел, Боже, пошел и наловил. Всякой наловил. И без подсак всяких. И у Саши еще улов тот, что он с утра ловил карпа. Так, Саша, карпик маленький. Выпускай. Он же пришел нам показать, поэтому брал всю. Такое, если что-то застряло. Вот этого выпускай. Ой, тихо. Ой, ну, а то караси. И сколько? И 4 карпа, да? Ну-ка, эти карпы килограммовые. Да. Вот этот красавец. Вот Сашин улов. Ой, боже, без подсаки. Выкинуть. Саш, ты умничка. Да, хороший улов у Саши сегодня. Молодец. Хорошо, и мы довольны тобой. Саша у нас год целый учился и на рыбалке не ходил. Все-таки навык не утерян у тебя. Молодец. Так еще ж 3. Ну да, и караси. 4 карася.
ну и наш общий улов. Короче, это, Саша, мы с тобой и я. Ну и мама. Ну и мама, да. Плота. У меня плота. Ой, боже мой, все будет грязно. Завала. Ну вот такой улов у нас на сегодня. Обалдеть. Давали. Вот эту крупную плотву мы посолим. Мы можем мордами. Вот такой у нас улов. В принципе, рыба вроде бы как и не клевала, а в результате раз. И улов есть еще большой. Ну все, на этом до свидания. Смотрите наши следующие рыбалки и видео. Подписывайтесь на мой канал. До свидания, до новых встреч. Пока.